Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И, друзья, в этом видео мы с вами хотим поделиться одной сильной молитвой. Кто-то скажет сейчас, да много ж молитв, которые помогают в жизни. Но вы знаете, это не просто молитва, это достаточно сильная молитва, которая состоит всего лишь из 5 слов. И эта молитва действительно творит чудеса, если вы начнете эту молитву использовать в своей жизни. Вы знаете, друзья, это не просто молитва, это молитва, которая откроет вам дорогу к лучшей жизни, привлечет достаток, изобилие, привлечет то, что вам, скорее всего, не хватает в вашей жизни. И используйте эту молитву всегда, когда у вас есть свободная минутка. Произносите ее. Не стесняйтесь и не бойтесь, вне зависимости от того, вам тяжело, вам вы сейчас находитесь в прекрасном положении, у вас нет никаких проблем с деньгами, со здоровьем, нет проблем, связанных, например, с работой. В любом случае, всегда произносите эту молитву. И сама эта молитва, она сама по себе короткая, но нужно желательно ее произносить почаще. И как мы уже сказали, эта молитва состоит из 5 слов, и она способна, именно эта молитва, творить чудеса. Как часто ее произносить? Смотрите, очень часто бывают такие ситуации, что человеческий мозг может забывать ту или иную молитву. И даже иногда бывают случаи, когда мы забываем слова молитвы «Отче наш». Бывало такое? Скорее всего, да. Особенно, когда у вас вы находились в каком-то трудном положении, когда вам было тяжело. Или наоборот, когда вы находились в достаточно приподнятом настроении, и у вас все получалось. Поэтому перепишите эти слова молитвы. Они достаточно просты и достаточно, с другой стороны, короткая эта молитва. Как вариант, как совет, мы рекомендуем завести маленький блокнотик или тетрадочку, в которой вы будете записывать всю ту информацию, которая откликнется в вашем сердце. И мы надеемся, что эта молитва привлечет в вашу жизнь все то, что вам не хватало на данный момент, или же приумножит все то, что у вас уже есть. А ведь это не правда ли, как это здорово, когда вы что-то имеете, но можете еще иметь больше, лучше или краще. Поэтому обязательно эту молитву перепишите и используйте. Произносить эту молитву можно один раз в день, можно несколько раз в день. Все зависит от ситуации. Едете на работу, скажите эту молитву. У вас совещание, вы чувствуете, что сейчас вас кто-то будет из руководства ругать, возможно, делать какие-то замечания вам. Скажите эту молитву про себя. Не стесняйтесь, не бойтесь. Кроме того, как совет, маленький совет, если у вас есть какая-то рабочая тетрадь, которую вы постоянно, или блокнот, в который вы постоянно пишете заметки на каких-либо совещаниях, то выделите в блокноте листок, листик, да, одну страничку, где запишите все те молитвы, заговоры, те, которые помогали вам именно в работе. И вы увидите, как постепенно, потихоньку, день за днем начнет меняться ваша жизнь. Итак, друзья, желательно эти слова молитвы запомнить. И слова, друзья, этой молитвы следующие. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот такая, друзья, простая молитва, она достаточно, как вы видите, короткая. Еще раз, Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И эта молитва имеет великий достаточно смысл нашей православной веры. Поэтому перепишите эту молитву вне зависимости от того, когда вам сложно или у вас возникли какие-либо проблемы. Желательно произносить эту молитву как можно
чаще. Вот, друзья, мы сегодня с вами в этом видео хотели поделиться этой сильной молитвой, которая открывает дороги в новую, интересную, изобильную жизнь. Поэтому, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, используйте каждый Божий день. Друзья, ну а с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, ну а в комментариях напишите: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А если вы знаете какую-то другую молитву, которая вам всегда помогает, обязательно поделитесь в комментариях под этим видео.